Все, теперь готово. Поехали! Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет тест-драйв. Нет, не блеска. Это я просто накрасила губы, чтобы было красиво. У нас будет тест-драйв новой туши для ресничек серии On Color. Это обновленная серия, раньше она называлась Color Box, а теперь On Color. И тушь такая эффектная, такая драйвовая по внешнему виду, что ее хочется попробовать, наконец, как же она будет лежать на глазках. Тушь запечатанная, поэтому я ее сейчас открываю так аккуратненько. Здесь есть специальное такое место, где надрываем. Отрываем и вызволяем ее из упаковки. Сначала хочется ее рассмотреть. Классный такой лимонный цвет в сочетании с черным. Самый яркий и эффектный. Кисточка у туши силиконовая. Сейчас побольше наберу, потому что когда кисточка новая, то она еще не пропитала щеточку. И нам надо ее набрать. Если вы заметили, на второй, третий, четвертый день тушь ложится намного лучше, чем первый раз, когда мы ее используем. Это все потому, что кисточка чистая, и мы ее только-только наполняем тушью. Кисточка очень пухленькая. Я такой, кстати, пользовалась тушью только цветной. Тоже серия раньше называлась Vision, потом Color Box, теперь On Color. Я сейчас попробую черную первый раз вместе с вами. Итак, аккуратненько подбираюсь к самому основанию роста ресничек. Так вот, аккуратненько. Пытаюсь понять, подходит ли щеточка для моих ресниц, потому что у меня ресницы настолько капризные, чтобы их хорошо прокрасить, нужна особая щеточка. Мне, например, очень-очень подходит щеточка из туши 5 в 1 и с эффектом накладных ресниц. Это мои две любимые кисточки, которые всегда меня, вернее, мои реснички выводят на высоту, прям поднимают. С этой тушью мне пока непонятно. Ложится она достаточно сухо. Вот по ощущениям обычно новая тушь, она такая жидкая, склеивает ресницы. А здесь за счет того, что щетинки хорошо так разделены друг от друга, она сразу разделяет ресницы. То есть они однозначно не склеиваются. То, что это большой плюс. Так, ну ладно, один слой оставлю. Пусть немножечко подсохнет, и я начну красить второй слой. Ну, уже сразу такой эффект подводки получился. Достаточно симпатичная. И тушь очень черная. Глаза смотрятся сразу выразительными. Набираю еще немножко туши прямо из баллончика и начинаю красить второй глаз. Ну, для меня эта кисточка немножко крупноватая. Конечно, надо иметь привычку. К любой кисточке можно, в принципе, приспособиться при желании. Но здесь действительно и тушь интересная упаковка, и цена у нее прекрасная. В каталоге она идет со скидкой всего за 159 рублей. И, конечно, это соблазняет и вызывает желание пользоваться такой тушью. Но главное, чтобы она хорошо держалась. Отзывы, по крайней мере, о ней прекрасные, насколько я вот слышала. То есть вот второй глаз у меня получилось еще лучше накрасить, потому что уже, наверное, тушь больше впиталась в реснички, в саму кисточку, и поэтому нанесение становится более таким удобным. Еще набиваю тушь чуть-чуть, видите, я так прям кручу, аккуратненько вынимаю и пробую второй глаз красить. Второй слой. Это первый глаз, второй слой. Неплохо, можно так сказать. У меня есть клиенты, которые именно эту тушь заказывают постоянно, им она очень нравится. И даже когда я их пыталась перевести на тушь 5 в 1, они все равно возвращаются к этой упаковке. Ну, причина это может быть масса, конечно, может быть цена, а может быть действительно нравится. Одна клиентка мне сказала, что этой туши на дольше хватает, чем 5 в 1. Но по мне так туши максимум должно хватать на 2 месяца, потому что далее уже в ней могут завестись различные бактерии, да и
бы это не очень, как сказать, гигиенично, потому что когда мы красим ресницы, мы дотрагиваемся до слизистой, в какой-то момент можем, да, прикоснуться, и поэтому в туши быстрее всего могут завестись какие-нибудь бяки. Поэтому я ее либо просто быстро вымазываю, выбрасываю, но я заметила, что у меня тушь расходуется прям за 2 месяца, это максимум. Потом я открываю новую, потому что мне уже и не нравится, как она красит, не такая набивная кисточка становится. То есть тушь все равно становится меньше. Так. Ну вот, как-то так. Вау. Ну, правда, тушь неплохая. Вот не могу сказать, что у меня восторг, но я думаю, что мне надо просто немножко кисточки приспособиться, и будет совсем другой эффект. Слушайте, классная тушь за 159 рублей. Вау. Ну, и нижние ресницы тоже легонько пробегусь, чтобы они у нас не оставались пустыми местами. Вот, и все, 2 слоя. Попробуем 3-й слой. Сейчас чуть-чуть помахаю ресничкой. Мне просто интересно, как будет еще 3-й слой. Потому что чем больше слоев, тем более объемной становятся пушистые ресницы. Но бывают такие туши, которые на 3-м слое начинают уже комочками собираться. И выглядит очень некрасиво. А я люблю, чтобы слои были тонкие, такие прозрачные. И ресницы постепенно вот увеличивались в длину, в ширину. И укладывались. Вот, кстати, тушь хорошо уложила реснички, они сразу легли веером. Хотя у нее нет никакого изгиба абсолютно. То есть это ровная, абсолютно прямая кисточка. И везде щетинки равномерно на ней располагаются. Что, пробуем? 3-й слой. Аккуратненько. Как я люблю делать макияж. У меня каждый раз получается разный макияж. У меня не бывает такого, чтобы он всегда там был одинаковый. Когда вы меня спрашиваете, а чем ты красилась, а что ты наносила, порой не могу вспомнить, потому что я иногда смешиваю несколько оттенков, чтобы сделать вот такой акцент. Итак, 3-й слой и вообще просто бомбические ресницы. Ну и с этой стороны тоже сделаю слой. Глазки сразу такие заиграли. Мне очень нравится, когда ресницы большие, пушистые. Глаза, конечно, совершенно по-другому выглядят. Но если своих ресниц нет, то надо пользоваться тем, что разработали специалисты. То есть, да, самые лучшие туши в нашем распоряжении. Так, ну вот здесь уже как-то перебарщивается все. Вот видите, это то, о чем я говорила, что слишком много слоев может дать такой вот эффект, как бы начинаются комочки появляться. Все, дальше я продолжать не буду. Мне достаточно того, что получилось. Что я скажу? Неплохо. Ну, правда. Перейду ли я на эту тушь? Скорее всего, нет. Ну, может быть, разочек я ее возьму для того, чтобы разнообразить немножко в косметичке цветовую гамму, потому что я очень люблю яркие, такие стильные, эффектные упаковки. Приятно новенькое что-то брать в руки, но все-таки тушь 5 в одном – это моя любовь. Или с эффектом накладных ресниц – это для меня лучшие туши. Я не говорю, что и вам тоже стоит брать только их. Нет, конечно, берите ту кисточку, ту консистенцию туши, которая вам понравится, с которой ваши ресницы будут просто ошеломительные. Вот. Все. Спасибо вам за внимание. Лайк. Подписались на канал, нажали колокольчик, чтобы получать видео в первую очередь. Пишите комментарии, если что-то хочется чем-то поделиться или задать вопрос. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова. Пока-пока! GoPro, стоп-видео! И еще несколько слов в дополнение к этой туши. Тушь оказалась очень даже необыкновенная. Когда я вечером пошла снимать макияж, я еще раз внимательно посмотрела в зеркало и подумала, какая классная тушь, совершенно не размазалась. Я даже терла глаза специально. И думаю, какая она классная, не осыпается, не растирается. И начала ее смывать, как смываю обычную тушь. Намочила водой, трогаю ресницы, а она не смывается. Я сначала подумала,
О, у нее эффект может быть как термостойкая тушь, и она сейчас от теплой воды у меня снимется как одежда. Но этого тоже не произошло. И я пошла за каталогом. И когда я открыла каталог номер 11 и прочитала внимательно, оказалось, что я вам демонстрировала новинку, объемную водостойкую тушь для ресниц серии On Color. И эта тушь снялась только одним единственным средством. Средство для снятия водостойкой косметики. Больше ничего ее не сдвинуло с места. Поэтому я вам рекомендую, если вы заказываете себе такую тушь, возьмите себе в дополнение вот такое средство. Его код 32138. Тогда у вас точно будет все окей. И вам не придется бегать, как я бегала с вытаращенными глазами, и думать, что за тушь, что случилось, почему я не могу смыть макияж. Ну да, может быть смешно, конечно, но не тогда мне было смешно, а сейчас, вспоминая происходящее. Вот, уже много я всего вам наговорила. Итак, тушь объемная, водостойкая, мне очень понравилась, но снимать ее только специальным средством. Пока-пока!